Итак, встреча выпускников. И я как бы первоклассник. Первокурсник. Хочу порекомендовать канал Мити Хеда. В 16 лет он переехал в Сибирь, и теперь он успешный бизнесмен, который добился всего сам. Его видосы – это настоящее реалити-шоу и находка для тех, кто хочет добиться всего еще с молоду. Поэтому поддержим парня подписочкой. Ссылка в описании. Договорился. Бля, ребята, если нас менты остановят, они будут так нашибать. Но придется штраф платить. Если мы будем проезжать мимо, я просто... Ты этот, глазки, короче... Ой, я думал, это у тебя уже камера. Покажешь им свои глазки, улыбнешься, все будет хорошо. Мне отлично сидит. Ты про мои глазки или про Лены? Про Лены, да. У вас они, в принципе, одинаковые почти. Кстати. То у вас цвет глаз одинаковый. Общайся с моим каналом. А что мне рассказать каналом? Что хочешь. Попроси что-то. Поснимай. Да нахера мне что-то просить? У меня все есть. Они... Короче, произошло то, что, наверное, должно было произойти. Я оказался дома у Мартыненко, и все здесь тоже. Саша, Андрей, Полищук, Юля. Куда-то определить. Лена Комар. И Трушковский. Это я, да, привет. Пиздец, что за реалити у меня дома? Это хата на тата. Да кто? Саша, так он и так папа. Понятно, чем занимается Мартыненко у себя дома. Даже у меня такого нету. Такой коллекции. Итак, встреча выпускников. И я как бы первоклассник. Первокурсник. Ну, давайте. Кирюшу императора. О, он же неаккуратный. Я этот, аккуратный империалистического этого масштаба. Нет, растем. Как там засрато? Блять. Ой, так ты у нас Белоснежка, привет. Ты что, ему собрался клюв скотчем перематывать? Да. Жесть. А зачем клюв? Да, но он сольется. Этот. Он не будет держаться. Мой батя умеет гипнотизировать кур. Вы видели этот видос? Ну я что-то такое помню, так а что он делал? Он как-то кладет курицу вот так, прижимает. Потом голову к полу как-то провести надо пальцами, тогда она гипнотизируется. Да. И она будет просто лежать и не бегать. А еще она может бегать без головы, если что. Посмотрите, да. Как мой батя загипнотизировал. И он просто будет лежать. Полищук, ты села, давай доставай. Давай. Короче, Андрей, когда ты думаешь валить петуха, позови меня, я буду тебе кулинарно... Он больше нас боится. Кулинарное шоу буду с петухом тебе делать. Расставить. Я могу заодно. Я думал, ты можешь и достать, и ножки расставить. Не могу, у меня всего две ручки. А я... Саша, ты в этом шаришь что-то? Блин, он вообще такой классный, он даже не сопротивляет. Мне кажется, что это не петух. У них... Так, пробку в жопу вставить, да? У них грибка. Фу. Я первый раз таким занимаюсь. Я никогда не думала. Таким надо просто... С тобой с петухом заниматься, я да? Думал, не принципиально. Да петуха давай. О, получается, да? Я боюсь, блядь, его. Так он не клюется. Ему нравится, смотри. Ну, пока он, ему заебись, как нравится. Ему главное не выворачивать суставы. Ну, блин. Главное, держи. Бля, держи его. А потом будем кормить его только курятиной. Просто у него ножки... Кирюша, так давай на куриный замес. Так надо ему голову отрезать. За сколько денег? Да я за бесплатно ему отрежу голову. Не, ну типа это... Задушилось, смотри в глаза. Это жестко, конечно, но... И сделаем куриный замес. Чак, общипать его надо. Баба будет щипать, а я буду потом кромсать, типа и жарить. Петушара позорный. Ой. Ну почему позорный? Ему надо под жопу. Ну так, ну засунь. На живот одели. Чеверканет сейчас, как на тебя. Блять. Андрей, ты не думал завести себе более интеллектуальное животное домашнее? Например? Ну, хотя бы собачку. Дельфина. Там, я не знаю. Ну, интеллектуальное. Просто лежит. Чак, лежит, ты с ним шахматы играешь, там он тебе уравнение решает для пятиклассника. Задницу пробку вставишь, чтобы он ничего не делал. А ты тоже такое сделал? Да, я-то думал, так пизду. Нихера себе. Чувак, я такую же конструкцию себе сделал. Ну, неплохо. Привет, Паша. Привет, я тебя просто связал идею. Теперь весь класс. Все. Уже он на сборе. Привет. Андрей. Мы уже виделись. Да? Я Одесса, я тебя видел. Да, мы с тобой общались, но не знакомились.
Да я не помню, что это вообще. Видел, видел идею, ты видел? Привет. Да. Отбирай. Паша. Реально. Ну прикольно, да, прикольно. С ним с тобой коллаборация. А ну тихо, стоп, коллабор. Коллаборация. Я так хочу помочь твоему каналу. И что ты хочешь? Ну, благотворительность. Благотворительность ты хочешь заняться? Подписывайтесь все на Кирюшу Аккуратного. Давайте, ребята, дерзайте. Пока мы собрались все вместе, и пока такая возможность есть, и пока еще вторая бутылка не открыта, мы решили обсудить сначала дела на трезвую голову, а потом уже продолжить пить. Поэтому давай. Ребята, кокаин. Сейчас. Смотри, глаза догорелись. Паша, Паша. Нет, есть талоны на бензин, надо? Ты же на 95-м? У меня у девушки мама директор заправки. Понятно, почему он здесь встречается? Короче. Да не за это. Можно сделать встречу выпускников? Ты. Фа встречу. Ты. 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 И мы. И что мы будем делать? 65. У меня 69, так что мы... Нихуя себе, вот это ты вымотал. Ну ты же не платил за продюсирование. Мы лохи, поэтому мы бесплатно. Платный вход. А Полищука ты не посчитал? Я сказал ты. Ну да. Просто ты. Ну вы все мальчики. Я всем сказал ты. Он мальчикам сказал всем. Прошу прощения, я не знаком с вашим творчеством. Чувак, у него в два раза больше, чем у тебя. Мне предлагали отсосать Андрею, чтобы стать популярным, поэтому... Ты, короче, что ты, хочешь фан-встречу сделать? Да, сделать фан-встречу не в клубе. А где? Снять отдельное большое помещение на 3, 5, 10 тысяч человек. Олимпийский человек. Как в Одессе. НСК Олимпийский, но это было бы неплохо. Есть варианты НСК Олимпийский, реально. Целый стадион, чувак. Давайте еще позовем туда Макса Коржа, там, и чтобы вообще больше пришло. Сейчас наберу его, подожди. Давай. Макс, ты как? Никто не знает дату, никто не знает ничего. Просто... Ну, все знают, что что-то будет. Потом наложишь, как ты трушок делал со звездочками. Все начнут. Встреча, фан-встреча. И еще одна, типа, еще одно предложение. Заехать всем в хостел хотя бы на недельку. Да какой, два дня хотя бы продержаться там в этой комнате 2 на 2 метра. Выжить любой ценой с Биар Гриллзом. Ну да, да. Ну давайте заблокируем все свои счета, там, электронные. Не, реально, берем, типа, там, 50 гривен, каждый берет с собой по 50 гривен и этот. Ну, так это и прикольная идея. Прикольная, реально. Максимум. Чувак, реально, у каждого в кармане 50 гривен. За перепечку. Да. Как раньше. Поедем. Можно официально нормально поиграть в качалочку. Всем. И в итоге... Мне, по-моему, звонит мама. Чему это приведет? Так же, как в прошлый раз? Ты выиграешь? К распаду союза всего? Ой-ой-ой. Давай к нам, в семью. А где перископ? Кто перископ? Фоткаемся на перископ. Включил перископ? Зрители фоткают скринят. Зрители скринят. Ты голый выпустил? Все. Все, шок. Выпускать его, да? Да, давай. Раз. Не, Саш. Не буду. Качественный контент. Давай рестлинг. Давайте! Так ты в итоге отпиздил сам себя, получается, или как? Так, не ходите, Леша. Тут я полы помыл! О, гляньте, это похоже на какой-то дикий На так, средину, да. Чувак, у него он перо. Да. Ну ничего, пронёт и всё. Не, ребята, вы что, дебилы? До первой крови всего лишь. Да, Лена. Всего лишь до первой. А ты теперь прыгай спокойно. Саша, не надо прыгать в Андрея. Саша, на. О, нет, битва на ножах. Да, Лена, ну... Да никто не умрёт. Я говорю, что хотите. А прикиньте, после этой тусовки у кого-то не хватает пальца, у кого-то пол живота вспорота. Ты Лена, как не было, так и выйти качалочку. Садитесь и ездите, как мультик из Саут Парк. Вы помните, там была такая штука круглая, большая?
Вот это неплохо! Помните, ну, там создал этот учитель ихний? Мистер Гаррисон, да? Да, да, да. Такую штуку снизится шопой. Да, да. Тесак. И едешь вот так вот еще едешь. Скоро выйдет. А лыжа? Ключ, куда поставить? А не кажется ли тебе, что твое место возле параши? Что ты, говнобак, беси на галимом. Вот так вот! Слышь, я не понял. Отшил! Я не понял, наверное, что. Ну это так, наверное, в тюрьме говорят. А что? А низко? Не, ничего, не-не-не, нормально. Это просто... Паша, так а ты сидел в КПЗ или нет? Да. Да? За самое, типа, свое видео. Сколько? Ну, трое суток. А, за метро? Ты 15, а ты 2 недели. Далеко до тебя. Так, он сидел отсиди... просто, он в Киеве сидел в этой, в обычной ментуре. А ты? Меня отвезли в лес. И что ты там, в лес? Я прямо здесь на Подоле где-то там, где ты? Что хуйня? Чувак, так ты сидел не 15, а 10. Так я сидел в лесу, в настоящей тюрьме. Криминальный сбор сейчас собрались. А ну давай, где ты сидел? Где ты сидел, ну расскажи. А ты сидел где-то? Не, ну у меня судимость есть. Забавки. Нихуя себе. Серьезно? В итоге все, забавки, все, да, убийцы собрались, вот психопаты и все видеоблогеры к этому всему. В целом, подытожь, долбоёбы. Не, подытоживать это типа мой конек. Давай, оставляй. Короче, я понял, что этот, чувак, тебе идеально, во-первых, ты пиздатый актер. Вот это факт, я, ну... Мой первый фанат! Чувак! Не, так тут не то, что, ну, видно, что, типа... Как актер! Чувак, именно, ну, ты мог бы много чего достигнуть тебе на поприще актерского мастерства, потому что у тебя, типа, пластичное, мимическое, типа, лицо. И тебе, походу, реально, ты мог Похвали бы... его! Чувак, ты мог бы быть, типа, вторым Безруковым. Нихуя себе! Ты понимаешь? Я хочу быть первым. Я хочу похвала пить... от Кирюши Аккуратного. Березовый сок. Это не просто так, понимаешь? Чувак, да, у меня типа это... Не, реально, кстати, честно, я реально думал, что ты говнюк, зажженный сраный мажор. Думаю, типа такое, хуйня из-под ногтя, оказывается, я ты нормальный пацан. Я официантом работал 18 лет. Надевай. А ну, подержи. Я поправлю. О! А? Ну оно вонючее, типа, я что-то сильно себя жестко, типа, очищаю. А чувствуешь не в своей шкуре себя? А? Ты себя чувствуешь не в своей шкуре? Да я себя чувствую. А, в своей шкуре. О. Знаешь, как в пиле? Знаешь, там такое... Пилис! Это с пилы? Это с пилы. Не, нормальная хуйня, но она воняет резиной. Пиле такая же маска. Китаем воняет. Давай заберем все камеры. Кого, что? Заберем все камеры. Я умоляю, люби меня, люби. Да, вот сюда их. А, вот еще одна. Это самые известные камеры в мире. Не, так еще в мире. Смотри, сколько видела видео с этой камеры людей. Ну... Да хуя и трошки. Смотри, мы собираем детям в этом детдоме помощь. Давай, давай. Чтобы не стали видеоблогерами богатыми и знаменитыми. Слушай, а не слипнется у них ничего там? На еще, извини, пожалуйста. А, извини, пожалуйста. Видите, какие культурные, типа, обеспеченные люди? Ну, думаю, детям и так там неплохо. Ну, лучше бы это звучало, конечно, не из моих уст, но... Ладно. Так воспитатели все заберут. Так, я буду двигаться. Ну, кстати, я вот думаю это. Слушай, может ты походишь еще? Сколько сейчас? 18:50 еще? У него есть планы на тебя. Стану. А? Я сейчас в пробку стану, мне же надо ехать в центр. Блять, сука, любви. Так глазик дал. Ладненько. Собираю рукопожатие. Идемте со всеми попрощаюсь. Ленчик. Я с вами. О, я собираю рукопожатие. Мы рукопожатие. Шабумчик, супергерой.
Эй, ты! Паша, надо сюда. Еще остался один. Давайте пройдем, ну что мы? Мартыненко! А, по ногам! Что делаете, блядь? Да, блядь, иди сюда! А что? Я собираю рукопожатие, спасибо вам за знакомство. О, начинается. А у кого руки потные? А у всех, походу. Такие, блядь, все супер друзья же, пиздец. Просто. А много роста. А? Все, спасибо. Ого. До встречи. Вы, короче, решайте, если завтра бухаем, то я завтра. Так и мы на даче все, да? Да. Никого коросты нет. Да, и морозится. Какая короста? Что это такое? Чесотка, которая передает рукопожатие. Не, у меня такого нет. Я только что ссал. Фу. Блядь. Меня потрогай. Ссал Мартыненко. Все, спасибо всем. Тебе пока. Взаимно. Пока, рад был познакомиться. Так, ну, давайте. Блядь, хватит. До скорых встреч. Высокая спортлотова полюбила, но не то. Выиграла в рыбий жекпот, приносилась идиот. Я на всех нагрела стол, не тихо, не рассола. Вот и мы сейчас гуляем. Придет тебе плевать, хорошо, все будет хорошо. Все будет хорошо, я это знаю. Хорошо, все будет хорошо. Чувствую, я не забуду. Что в коридоре? Идем в комнату, что мы в коридоре? Да, тут типа волна, волна танцев. Волна. Стоп, 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 стоп. Фу. Все, все, конечно. Всем спасибо. Мы просто провожали Тружка на работу. Да, кстати, мы проводили Тружка на работу, и тут внезапно нас озарил танец. Это знаете, как типа в этом, в Негрозиёжному Централу, типа, меня озарил Иисус, и бабульки брейк танцевали, так и мы. Мы съедем сейчас к Саше на дачу. А я так думаю, что петух не выживет после этой поездки. Мы берем петуха с собой, кстати, Петя. Петя, Петя, ко-ко-ко. Давайте, я не буду с тобой, Вачко. Кто еще не понял, мы вязали суперавантюру. И едем мы из центра Киева после тусовки, встречи выпускников. Едем мы к Шапику на дачу. Дачная затея. Дачный сезон. Ну, дачный сезон какой-то не совсем дачный. Как по мне, поздновато слегка для таких тусовок. Фонарь сам загорелся. Да. Но я вам так скажу, это самая большая жопа в жизни, в которой я когда-либо был. И реально, вот больше, чем здесь, в такой жопе я не был. И, походу, таксист тоже. А как вообще отсюда выбираться? Что? Днем увидишься. Вот там озеро уже. Уже? Ну, вот там. А где батя с тарзанки твоей прыгал? Да, вот сбоку.
А это завтра что? Утром увидим. Мы не увидим без цивилизации, без интернета. Мы до утра гулять будем. Так нет, тут есть интернет. А доставка это не есть? Интернет уже Wi-Fi. Доставка? Везде по всему участку работает. Что эти селюки бегают Wi-Fi? Пусти меня в адский дом. Вот, все, что вы хотели, вот вам и получилось. Получайте. Мартынка, Шапик, Бумчик, все здесь. Кирюша аккуратный, и мы сейчас устроим адский дом. Тест, да, тут, конечно, происходит. Знаешь, нужно сдавать по какому-то страху. А вот это, чувак, а что это такое? Баба сделал тут палатку. Я думаю, эту палку лучше не трогать, потому что... Ну да. Никого нет здесь людей, да? Чувак, что вот это такое? Папа валял печь. А, так, чувак, это похоже на какие-то раскопки. У тебя папа, походу, типа археолог-инженер. Фу, ну тут и даже запах своеобразный. Сауна. О, уже селюки в тачку грабят. О-о-о-о. Селюки? У меня нет этой сигнализации машины. Это Петя. Уже есть. А какой Петя? В смысле, это петух? А вот петух. Паша, у тебя есть? Ну. А, так это в доме сигнализация. В доме? В доме? Да. Эй, пидоры, а ну спиздите и в ебло получите. Ну а что? Тут никого. Надо было на диктофон, понял, типа, вот. Ну да, да, да. Идемте в дом. Что это было только что? Это сигнализация дома. Какая? Сигнализация участка. Эй, пидор. Ну так мы сейчас меняем. Значит, сейчас поступить, типа, вызов в службу охраны. Они пока сюда приедут. Чувак, ты видел, сколько долго таксист сюда ехал? Успеем через пару дней. Понимаете, даже если нас кто-то будет здесь убивать, мы не вызовем ни полицию, ни скорую. Ну да, получается так. Место, чтобы всем сдохнуть сегодня. Паша, ты такой оптимистичный вообще. Сезон. Кто помнит, было такое реалити-шоу «Дом», а у нас реалити-шоу типа «Хата», «Дача», да. Просто «Дача» вот. Или «Хата», «Дача», «Хата». Нас тут достаточно много, все молодые, все амбициозные, и мы в одном помещении. И посмотрим, как мы выживем на протяжении 24 суток. Паша, ты не готов был бы выжить тут 24 дня? Нет. Не выжил бы, да ладно. Ты ж как таракан, чувак. Мы побивали бы всех бы. Началось. Ты как таракан. А голод у нас просто башки посносило бы, нам трюха прикрыли. А петух? А петух он маленький, он на один раз. А ты, Паша? Какой? Ну как бы, знаете, сначала самого слабого убивают. Сначала петуха, а потом уже кто-то из нас. А потом уже идут девушки. Кто-кто? Да, вода была по самому верху. А магазин тут далеко? Да, кстати, вот там. Магазин? Да. Магазин, выйти, но там. Выйти надо на дорогу, наверх? Да? Да. Кирюш. А. Где? Мы на даче у Шапика. Мы сюда ехали очень долго. Приехали вчера, набухались, попадали. С утра поломалась кровать, хотя мы не двигались. И мы по итогу сходили в магазин. И сидим сейчас, погода очень-очень офигенная. Сегодня у нас 24 сентября, 10:30. Пол одиннадцатого реально, это жесть, 10:35. 10:35, я пью гараж и наслаждаюсь природой. И я реально понимаю, что у нас в стране очень офигенная природа. Вон, покажи, что там происходит. Озеро. Огромный участок, и я вам скажу, ничем не хуже, чем на каких-то Мальдивах или Багамах. Если бы наши деревья заменить на пальмы, было бы то же самое, реально. Мы бы сидели тут сейчас и охеревали, если бы тут были пальмы. А для них наша природа офигенная, поэтому нечего гнаться за какими-то штуками. Не, ну конечно интересно посмотреть, попутешествовать, но я думаю, это надо делать попозже.
В зрелом возрасте, я так понимаю. Еще крокусы крутые. Мандрей, давай, расскажи. Как так получилось, что мы сейчас тусуемся вместе на пикнике? Так, а что-то такого? Как это? Ну, тусуемся и тусуемся. А что плохого? Нет, а все-то хорошо, но это неожиданно. Все ж только к лучшему. Что? Что я могу сказать? То, что мы уже просто серьезные дяди, у каждого свой бизнес, и что нам ссориться? Ну, в этом есть доля рационализма. Карманный бизнес. Карманный! Так, карманный бизнес — это когда ты тыришь типа в трамваях эти лопатники. Получается так. Хорошо, мы сегодня уезжаем, короче, в это, в 7 вечера. Да, меня уже предупредили. Так, а нахуй мы сюда тогда ехали? По приколу. Не, ну да. А где Лера, Паша? Лера дома. Я еще не сказал, что я здесь. Ну, заебись. Сегодня вечером будешь. Видишь, как вода ушла. Ну, кстати, реально это странно. Покрывала даже мостик, да? Она вон была до вот этого дерева, походу. Вот эта хуйня была вся в воде. Кошер. О, кстати, да, я теперь сейчас лягу на гамак. Пойдем, Инна. Чувак, да, я лягу на гамак. Доброе утро. Заберу всех интервью с утра. Кстати, как спалось, ничего, Паша? Все заебись, дай мне сиси. Как спалось? Заебись, мне кажется. Но ты спал дольше всех. Я не помню, когда уснул даже. Блять. Я вывалился с гамака. Удачи случается, давай дубль 2. Давай еще раз. Еще раз наебнуться или что? Нет. Еще раз давайте. Ну давайте. Да не, второй раз уже да. Ой, это как с гироскутером. Лена вчера с гироскутером как ебанулась. Блять, камера даже выгнулась слегка. Ой, ну и все. Не, на ютубе. Расскажи моим подписчикам. О чем? Ну, че ты за... Ну, у меня... Мама, папа, типа, бабушка, дедушка, все смотрят. И думаю, типа, ах ты ж гандон. А че? Такой красивый стол. Ну, чувак, я стал пухленьким, таким мягким, да? Такой котик. Ну, тогда... Котик такой. Так я всегда говорил, я хочу быть котом. Тебе так хочется пожмякать. Да, но я тебя как пожмякаю и ребра тебе сломаю. Не, второго подбородка у меня нет. Не. Так что ты мне скажешь? Вместе. Саша, ты сожалеешь, что ты был таким плохим мальчиком? А я был плохим? Да. Ты считаешь меня плохим? Ну, ты охуевал очень сильно. От чего? Человек слишком пиздел много. Сейчас допиздишься у меня, да? Ну, тогда, типа ладно, того. Ладно, я пойду. Чтоб не допиздеться. Течет хуйня по губам. Мы слушали песню «Слово пацана», и мы решили... У кого есть яички, все идут в воду. Ну, а у тебя что, нет яичек? Шапик, ты что? У тебя же есть яйца. Ну, это что-то сильно жесткий спор, если честно. О, ты уже осознал это? Не, ну да, не. Ну, Мартынка уже пошел. Ну, так идемте. Не, так он не в ту степь идет. Как, а куда еще? Ну, как это? Там нырять сразу можно. Паша, ты что думаешь? Идем? Идем по другому пути. Ну все ладно. Уже пошли, а ты че? Ой. Фу, ну там попахивает дерьмом. Попахивает дерьмом. Это, грязевые ванны. Вот, это зря, чувак. Мартынка, возьмемся за руки. Давай. Не брызгайтесь, пожалуйста. Ах ты ж пидор. Да ну, не бросайтесь. Не, реально, ребята, чтобы понимали, сейчас на улице градусов 15.
И вода градусов 10, реально холодно. Она по колено грузит. Ааа, сука. Холодная, фу, блять, фу. Короче, давайте. На счет 3. Ладно, пройдемся еще, и на счет 3 мы окунемся. Ну, сука, холодно. Ну да. Окунаемся и выходим. Давайте, на счет 3. Блять, у меня соски встали. У меня хуй встал! Раз, два, три! Короче, мерзнет писун жестко. Мне холодно, прохладно. У меня трусики Apple Store. Ради чего это надо было делать? Да, да, чувак, так посмотри на мои трусики. Ради просмотра? Посмотри, какие ноги у ребят. Экстремальные так ощущения, можно, соски и писюны встали. Вот, и обратно поплыли. Вот почему у дедов здесь может и не быть. Идемте. Идемте. Только не орите, прошу. Кстати, вода теперь можно. Сначала сюда. Господи. Не, надо водить, что от меня. Это грязь и мелькан. Я оператор, я засыпаюсь. Выходите по мостику, чтобы давай, у вас ноги не были грязные. Кирилл. Да, что-то тебе мостик не помог. Самые умные. Грязевые ванны. Не, ну, кстати, это все странно. Что странно? Так а чего ты не нырнул? А что снимать тебе? Как это кто? Инна? А, да, конечно. Понравилось? Я почувствовал себя молодее лет на 5. Па-бам! Ты как этот... Кинг-Конг. Только что такое... Кирилл, твои ноги очень смущаются. Все, идем. Что с ними делаешь? Так пойди и что-то с ними сделай. Так ничего не сделаешь. Позделаешь, я похожу по этому по газону шапика и очищу свои ноги. Пусть петух Петя поклюет тебе. Все, девочки, идем.